Пензенские артисты за здоровый образ жизни и против смертельного зелья и вредных привычек. Солисты, творческие коллективы филармонии поддержали акцию «Сурский край без наркотиков». Творчество, музыка, спорт – это настолько естественно, что главное делать на этом упор, и хорошие песни, они однозначно поднимают настроение, они однозначно вселяют уверенность в жизненных силах, в счастье, которым мы так нуждаемся. Один раз в неделю в рамках антинаркотического месячника станут выступать артисты. Концерты пройдут на улице у филармонии и в самом здании. В этот раз зрителей песнями радует Карина Мещерякова, солистка ансамбля «Злато Серебро». А после концерта в фойе уже в Большом зале учреждения культуры зазвучали совсем другие песни, русские народные. Ансамбль «Миряне» в полном составе представляет зрителям новую программу. В этом году коллективу исполняется уже 33 года. У нас программа фактически, так можно сказать, бенефиса Анастасии Легошиной в составе ансамбля «Миряне». Мы будем петь ее обработки, ее аранжировки, у нее будет очень много сольных песен, много будет дуэтов. Но это песни абсолютно разные, начиная с фольклора этнического на Пензенской области и заканчивая авторскими песнями о России. Для «Мирян» концерт на большой сцене филармонии последний в этом творческом сезоне. Артисты уходят на летние каникулы, репетиции возобновятся в августе. Редактор